Посевной трактор наматывает круги. Земля не ждет. Сейчас аграрии работают весь световой день. Погодные условия помогают. Главная задача – успеть посеять озимый ячмень, пока не начались дожди. В Крыму стартовала осенняя посевная кампания. На этом поле в 100 гектаров с помощью вот этой вот специальной техники засевают ячмень. Работу важно выполнить в один день, чтобы почва не пересыхала. Такой темп охотно подхватывают и механизаторы. Игорь Филоненко уже не помнит, какая по счету это посевная. Рассчитывает, что сеев пройдет без сбоев. Технику и запас топлива подготовили заранее. Время терять нельзя. Самое главное – работать. Остальное, как говорится, все придет. В Красногвардейском районе на сегодняшний день посеяно более 500 гектаров озимого ячменя сорта «Рубеж». Он обладает высокой продуктивностью, имеет хорошую полевую устойчивость к болезням. По ходу ходим, ищем зернышки семян в колее. Когда находим, смотрим глубину. А если, допустим, глубина не соответствует? Если глубина не соответствует, механизатор меняет глубину на сеялке, останавливает сразу же и меняет. Ну, примерно глубина везде совпадает. Какая она должна быть? Ну, в данном участке 4 на этом поле. Прошлый год был одним из тяжелых для аграриев. Урожайность зерновых культур в Красногвардейском районе сократилась в несколько раз из-за засушливой осени и зимы. Сегодня картина иная. В этом году, слава богу, мы сеем свои семена суперэлиты уже не в сухую землю, как это было в прошлом году. У нас прошли продуктивные осадки, сейчас почва влажная. И те поля первые, с которых мы начинали сев, мы уже получили по ним всходы. Только в первый день посевной в республике засеяли 13 тысяч гектаров зерновых культур, более 8 тысяч гектаров пшеницы, почти 5 тысяч ячменя. По данным Министерства сельского хозяйства Крыма, под урожай следующего года планируется засеять 500 тысяч гектаров озимых. Сабина Дениева, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет», Красногвардейский район.